Спасибо. Да. В Москве? Да. Ага, в печке или... Спасибо большое. Подвинем традиции, десерты. Всем добрый вечер. Потому что у нас уже... очень хороший опыт. И я думаю, что те ожидания, которые у каждого из вас есть, они все не оправдаются. Мы поговорим с вами, обсудим много вопросов, и наш президент. Привет, привет, привет. Так хорошо, ты их познаешь. В общем, настроение нормально. Ко дну не идем. Спасибо вам, что вы приехали защищать интересы нашего народа. Эти же эмоции взяли, я с Путиным так не волновался, честно скажу. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, наша делегация, хочу вот представить, те, которые приехали со мной, ну, бывшего премьер-министра Гречанова, знаете, за него? Вот Гречанова, за кто? Рядом с ней, ну, Ирина Федоровна Влад, знаете, пожалуйста. Знаете, даже Владимир Владимирович Путин на встрече сказал, что я просто комплимент сделал, говорит. Сказал Владимир Владимирович, вот Ирина Федоровна победила на башканских выборах в Гагаузии, где женщину, вы знаете, женщины, не обижайтесь. Но победила у 13 мужчин. Так Владимир Владимирович говорит, слушайте, такая женщина бы и у нас победила. Два года назад, когда гагаузский народ оказал доверие мне и нашей команде, одним из наших основных приоритетов было региональное сотрудничество со всеми регионами Российской Федерации. Мы говорили, что мы будем активно работать и сотрудничать. Возможно, кто-то не верил, но я хочу сегодня вас всех проинформировать, что за эти два года нам удалось сделать очень многое. Мы работали с 9 регионами Российской Федерации. Удалось в 2016-м увидеться дважды с президентом Турецкой Республики. Вот благодаря Игорю Николаевичу удалось увидеться вчера с президентом Российской Федерации, с Владимиром Владимировичем Путиным, и я рада, что трижды господин Путин говорил о Гагаузии. Это дорогого стоит, ребят. Я искренне вам скажу и заверил, что он всегда будет помогать нашему народу, молдавскому народу, гагаузскому народу. Знает она, знает наши проблемы, знает о том референдуме, который мы с вами провели в 2014 году. Для нас сейчас задача, самая главная в регионе, это привлечь инвестиции. Привлечь инвестиции, чтобы это сделать, надо создать хороший, здоровый климат. Когда есть взаимопонимание всех ветвей власти, когда есть понимание с Кишиневым, когда есть понимание с внешними партнерами, тогда появляется интерес к автономии. И слава Богу, за эти два года нам удалось это сделать. Мы выстроили конструктивные взаимоотношения со всеми, не в ущерб Гагаузии, самое главное, не в ущерб Гагаузии. И хочу вам сказать, что за эти два года бюджет, собственные доходы Гагаузии выросли на 20%. Опять же, это дорогого стоит. Только лишь в этом году мы построили 4 детских садика. Мы начали ремонтировать 6 домов культуры. Хочу вернуться к этой встрече с Владимиром Владимировичем. Была официальная часть, коллеги, а была и неофициальная часть. После того, что вы видели по телевизору, у нас была простая душевная дискуссия, и Владимир Владимирович очень внимательно интересовался всем тем, что происходит. Он задавал вопросы. Игорь Николаевич чуть-чуть вам рассказал, как это было. Просто гордилась за наш народ, что молдаване, гагаузы, болгары, что мы интересны, что нас уважают, что о нас думают, нам хотят помочь и нас хотят поддержать. Мы с вами ввели сегодня новую традицию. Традицию, когда президент нашей страны приезжает и встречается с вами. Я буду его просить о том, чтобы эта хорошая традиция обязательно продолжалась. А тогда, когда у него не будет возможности, а я буду приезжать к вам, предлагаю встречаться. Салы хипсна, кисмет хипсна, берекет хипсна,
Хепсис, Ляусу, пизда, Гагаузия, да Бурда, Москва, да Русия, да Турция, да Хепсис, Ляусу. Сауласность.